Всем привет! Продолжаем работать на пасеке и заниматься текущими делами. Сегодня перерабатываю пергу. Вернее, точнее сказать, перговые вырезки. Вот такие перговые вырезки с пергой. Замороженные на 12 часов в морозилке. И будем выбивать вот на таком аппарате, называется АИ-1. Аппарат мне очень нравится, довольно производительный. Работать на нем быстро и удобно. До появления этого агрегата работал, как и все многие, кто занимается переработкой перги, обычно вот таким венчиком. Это самодельный венчик из нержавейки. Способ тоже вполне рабочий. То есть загружаешь вырезку в емкость и перемалываешь. Правда, для этого нужно обязательно железная емкость, потому что пластиковая емкость разбивается. Вот, мне это надоело, и я приобрел вот такой аппарат по случаю. Работа получается более технологичной. Сейчас покажу, как я это делаю. Для тех, кто не знает, хотелось бы сказать, что перга — это по-другому называется пчелиный хлеб. То есть пчелы приносят пыльцу, складывают ее в ячейки, утрамбовывают, заливают медом, после чего проходит молочно-кислое брожение и получается перга. Пергой они кормят личинок рабочей пчелы. Начинаем работать. Прошло 10 минут, и вот что у нас получилось. 30 литров перги. Но пока это еще не готовая к употреблению перга. В ней находится восковая крошка и частички более мелкой крошки перги. Сейчас мы ее просеем через решетку, и будет готовая к употреблению перга. Для просеивания использую вот такой лоток. Решетка сделана из ганемановской решетки для ульев. И просеиваем. Вот такая перга у нас получается.
и можно уже употреблять. Вкуснотища. Такая слегка кисленькая, сладенькая. Можно есть вместо конфет.